Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Графикой, а дорогая лицензия на один из главных кинобоевиков года гарантировала повышенный интерес со стороны геймеров всего мира. Что же из этого получилось? Давайте посмотрим. Игра, кстати, вышла на всех консолях нового поколения и PC. Разницы никакой. Фильм стал, что называется, перезагрузкой. Он, конечно, имеет прямое отношение к первым трем сериям, но во многом пытается задать новое направление и новый стиль. Действие разворачивается только в будущем, Арнольда Шварценеггера уже нет. Главный герой теперь не сам Терминатор, а Джон Коннор, лидер человечества в борьбе с суперкомпьютером Skynet. В игре это сражение превращается в безостановочный экшен с видом от третьего лица. Большую часть времени мы уничтожаем несколько видов терминаторов, которые делятся на ходящих, ездящих и летающих. Разнообразия немного, очень быстро все это приедается. Хорошо, что есть несколько рельсовых фрагментов, там не так скучно. Впрочем, это не главная проблема игры. Графика действительно симпатичная и играть местами интересно. Проблема в том, что игра преступно коротка. Даже не особо напрягаясь, Терминатор Salvation можно одолеть за 4 часа. Это какой-то рекорд, точнее антирекорд. В общем, типичный случай, когда самые радужные ожидания обернулись горьким разочарованием. Разработчики в короткие сроки попытались создать игру, но сроки настолько поджимали, что мы получили, по сути, треть полноценной игры. Очень жаль.